18 июня представители Управления торговли администрации совместно с сотрудниками МЧС и правоохранительными органами города Хасавюрт провели очередное рейдовое мероприятие по устранению самовольных сооружений, навесов, стеллажей и прилавок, предназначенных для ведения торговой деятельности по улице Октябрьская. Сегодняшняя цель, которая делает рейдах со всеми органами внутренних дел, участковые МЧС и также администрации, работники, все вот это цель очистить городские вот это улицы, которые незаконные торгующие. Так что как нет законных документов, нету и ничего до сих пор оставили все равно указания там глава города и также прокуратура. Мелкие, маленькие торгующие улицах люди очистят. По словам сотрудников управления торговли, лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью на данном участке улицы, не соблюдают нормы общественного порядка, в связи с чем было принято решение о расчистке проезжей и тротуарной части, отметил в своем обращении заместитель начальника управления торговли администрации Абакар Базаев. Очень много жалоб жителей города, приезжие. Проход нету и торгует со всеми, как попало, поэтому решили совместно все органы, все совместно очистить эту улицу. И в дальнейшем тоже будем все улицы, которые торгующие незаконно, вот занимающие места, и будет очистить также. И также набережная, и Махачкальные часы более-менее порядок делал, и дальше тоже будет. А так это решение прокуратуры города и главы администрации. Кроме того, причиной демонтажа незаконных построек является грубое нарушение правил пожарной безопасности и препятствие проезда транспортных средств, в том числе спецтехники. Сарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».